Так, я появился. О, кстати, у меня крестик восстановился полностью, хотя я выходил, половина была. А крови так и половина. Ты бинты-то купился? Я нашел. Ну, хорошо. Что я тогда выдвигаюсь к тебе тоже вместе. Походим. Ух ты, нифига тут их много. А Обычно. чем я вас, да, чем я вас бить буду, ребята? Так, у меня сейчас на счету. О, есть чем бить. Ну, почти 40 тысяч. Тут что-то как-то криво этот Ой. терминал работает, ты не заметил? Или это только у меня? Летающий. Прозрачный? Да. Ну, вот это он как раз. Это инопланетянин-то. Короче, а нет, опять крестик наполовину у меня стал. Это было больно. Когда терминалом пользовался, тебе не показалось, что он какой-то багнутый этот? А каким? Ну, когда вписываешь, там он постоянно подмигивает этот. Нет. У меня что ли что-то тупит? У меня было все нормально до того, как я не прибежал сюда. И может я тут эту куртку одел медицинскую? Может с ней какой-то этот глюк? Может быть. Как-то что-то этот. У нее слотов нормально 56. Что-то пока неохота снимать, но этот. Фигня в терминале с прописыванием. Почему-то этот. Ты как бы ставишь, он типа выделяет, как будто что-то там мигает. Ты хочешь вписать, он как будто сбрасывает этот. Что-то такая херня. Да блин, вот нормально вести не надо. О, собаки что ли сюда прибежали? На этот. На базу эту. Слышно. Да. Их тут убить можно в этой зоне? Интересно. О, гвозди нашел пачку. Четко. А что за лаги какие-то у меня? А я тут бить-то не могу в этой зоне. Тут собака на меня согрелась. Еще одна. Так, сейчас я пока-то выйду, Сирока. Я не выйду с этого, наверное. Не тут прибежали. Я всех убил. И полтергейста тоже убил. Мы можем так-то и задание у этого выполнить для начинающих-то. Там как раз этот ружье дают. Двуствольное. И собаки так и тут, короче, пока. Так, сейчас я проверю этот ящик у меня. Скалистый. Остров скалистый, а где скалистый? Так, ну ящик у меня работает нормально. У меня тут костер еще как-то криво работает, говорит. О, купили кассету «Ласкового мая». Да. 10 тысяч выставил. Да, не ставлю эти кассеты тоже дорого, потому что не берут ни хера. Хотя тут ставят эти кассеты-то за такую цену. Я видел там что-то 10 миллионов, что ли, шансон. Ну, кто-то там, ну, по-разному ставит. Кто-то вообще миллионы ставит, кто-то еще что-то. А я...
10 тысяч тоже неплохо. Так, уже 50 тысяч у нас есть. Гвозди не купили. Кассет вот купили. Я говорю, мы можем добежать сейчас, задание выполнить там. Пушки дадут. По крайней мере, ружье там за этот. Только мне надо купить это. 6 яблок и 6 груш. Уж там надо будет принести. Ну, на тебя и на меня сразу. Если, конечно, тут такие же задания, как там, начальные. Ну и лопаты бы надо сразу. Тоже там задание будет. Чтобы не искать, конечно. Так, а может, смотри, давай я эту куртку сейчас сниму у себя. И закину ее в этот ящик пока. И ты будешь без куртки? Не, куплю сейчас куртку. Обычную. И посмотрим, будут у меня эти пролаги дебильные. Напрягающие. А, кстати, там тоже за задание дадут эту куртку охотника и штаны охотника. Так, сейчас... Как она называется? Ты чё, собаки-то свалят, нет, сегодня? Ну, либо надо этот куда-то из зоны выбежать, на что-то залезть и их отстрелять нафиг. Только нету пушки-то, блин. Так, ищу. Где эта куртка, блин? У меня вот этих патронов-то нарезанных нормально. Можно так-то дробаш какой-нибудь пока лайтовый купить. Дешевый. Вот комбинезон медика. Сейчас пока закину в этот. В ящик. Блин, состояние должно быть нетронутым. А чё он у меня вроде этот? Аптечка заспаунилась. У меня так-то комбинезон нетронутый был. Ладно, давай в бочке починим, попробуем. А, это я выкинул, где заспаунил. Так, короче, в бочке... Бочки починил, сейчас попробуем закинуть. А вот, теперь закинулась. Окей, пока пусть в ящике тогда лежит. Сейчас куплю куртку охотника. Так, куртка, куртка. Охотничья куртка. Блин, бабки-то надо снять. Чё у меня она стонет? Хотя вроде никаких этих. Чисто из-за того, что мало этот, половина. Кровь-то? Угу. Может быть. Да нет, чё так и терминал этот тупо работает. На Ливоне нормальный терминал. Он какой-то немножко другой. Так. Сейчас, ладно, куртку накинем. Так, жилет и куртки. Так, все, куртку накинули. Так, и дробаш тогда сейчас куплю какой-нибудь. Самый дешевый за 3000. Он сойдет пока. Сейчас распакуем эти потрошки. Нарезные.
Карабаш в деле. Бумажки, кстати, продаются тут за 20 рублей. Не продали. Так, ну чё? Так и куда тут? На сток сена так-то какой-то вон можно залезть в поле. И попробовать их забрать. Зону, давай на сток сена залазим. Так, это что, шампиньон тут? Попробуем их забрать. Ой. Еще 10 секунд. На собаку. Сейчас их подлутаю еще как раз нормас. Куда вы бегаете? Сюда. А вот этот значок. Промазал. Он что показывает с гантелей? Ну, не знаю, может, если вообще жесткий перевес будет, я так и не понял, у меня так и ноль тоже все показывало. Фиг его знает. Херась, взлетела опять собака. Это пожестче собакин, что ли? А нет, не такой жесткий. Так, все собаки нашел. Нет. О, хорошо, оставляй. Так, отлично. А я... Буду сейчас собак разделывать. У меня еще есть этот, короче, куртка, рукавицы и сапоги химкостюма. Обычного? Тоже все про... Да, все продать можно. Да. У того, кто шмотки продает. И причем цена там нормальная вроде как. Ну, где-то 50. Ай, 50, говорю, 500. А, 500. А так, на этот нельзя, что ли, продать? Ну чё? Ну, среди людей-то. Можно, но вряд ли кто его купит, наверное. Его же просто так купить можно. Если это обычный-то. Mm-hmm. Если какой-то вот босяцкий, который не продается, то такой жесткий. Энергетик нашел. Блин, мне, кстати, тоже надо энергост купить. А то это... Уже половина этого... Надо восполнить энергию. Тут еще книжки есть, какие-то навыки там прокачиваются. Только я не знаю, на какую клавишу этот посмотреть, где эти навыки вписываются. Знаю, задание это П. Английское. Короче, трех собак завалил. Че, их три бегало, не четыре? Интересно, загнать-то кому-то тут можно? Опа. Тактический рюкзак. Тут валяется. И этот... КАЗ-74У, калашик, типа. Это тут спавнится у него? Я не могу понять, или люди скидывают что-то? Спавнится, наверное, у него. У него же там военная, эта хрень спавнится. Да, вот. Так, надеюсь... Так... Кости не стакнули.
Один стак, если что будет. Так я понимаю, он теперь не отстанет, да, от меня? Ну, надо закрыть его тебе. Монолитовец хренов. Итак. О, вешенку можно продать, которую нашел. Шампиньон. По дешманским расценкам, конечно. Так, полевая куртка. Это мы сюда загоним. Опять рестарт вы достали. Так-то этот в 12 был рестарт, я помню. Так-то вроде 3 часа должно быть между рестартом. Вот тут что-то 2. Может, какая-то обнова там? Кстати, шкуры-то надо к другому относить. Так что пока этот... Пока, видимо, придется этот... На, посмотреть, сколько места занимает вообще. О, я этот нашел. Дробовик. БКшку. Отлично. У меня тоже пока он... Так, шкура повреждена. Может, ее можно это починить тоже? В бочке? На нетронутую. Сейчас закинем сразу шкуру. Так, кости-то выкинуть, наверное, можно. Мясо пожарить сейчас. Кишки выкинуть нафиг. Так, одна шкура уничтожена, и вторая уничтожена. Сейчас мы ее вернем к жизни. Да, все не тронуто. Так, ну мне надо эти шкуры, что тогда, попробовать опять в ящик, что ли, скинуть этот? Ну там, конечно, 20 слотов можно. Шкура волка. Можешь скидывать в этот ящик-то? Да. А как скидывать? Ну, выбираешь предмет, снизу надо, я понял, галочку поставить и стрелочку влево. А. Вон, а как она работает. Оказывается. Так, где еще? Вот шкура волка. Хотя они больше на собак были похожи. Так, короче, пока там оставил. Так, мясо сейчас тогда пожарю. Подожди, задняя часть лапы еще можно скинуть. Много места занимает. Так, задняя часть. Так. Хвостик вроде немного места занимает, пусть лежит. Так, надо пожарить мяско, сразу поесть. Три мяска жарим. Так, а эти кишки надо на и жир скинуть, наверное. Что кости не покупают. Тут это. Аккумулятор еще автомобильный во мне, блин, 10 килограмм так можно скинуть. Что-то я так забрал, место было. Ой, что, бочка не горит, что ли? Блин, бочка, оказывается, не горит. Не горит. Не горит. Чё-то... А нет, работает все, я думал. Я что-то эти морфины продавал, по сути. Но. Они за 1000 продаются, так особо пока не использовали, так таблетки с кодеином оставил, одну пачку тоже продал.
Вроде особо не юзаются. О, нашел витамины. Так, рестарт, блин. Ну, короче, я пока тогда не выхожу еще отсюда. Смотрю, может, что еще этот. А, надо аккумулятор еще скинуть. Да хера веса у него. Складывать-то некуда уже ничего. Ля-ля-ля-ля-ля. А давай ты вернешься сюда. Считай, тогда продашь что лишнее, а потом мы на пустые эти пойдем туда к этому задание подвыполнить. Как это такое? Да, это надо. Я у просто. У него вату нету там продавать-то. Я его убить хочу, вот этого опять. Аккумулятор надо да, починить. Надо, чтобы он не тронут был. Так. Тактический рюкзак Пегас. Тактический подсумок системы VX какие-то на него вешаются. И он вроде не продается так-то. Но этот как будто получше охотничий, который у нас. Хоть слотов много. Так, придется скинуть в этот просто. Мусорку этот рюкзак, который нашел. Так. У меня еще рис, кстати, есть пачка. Его что, типа, можно в кастрюле сварить? Не знаю. Ни разу не варил. Типа кастрюлю с водой что-нибудь там и. Короче, пачка риса есть. Она просто еще не полная, не до конца. Может, еще поэтому не продается. А, так этот аккумулятор-то я, получается, не закину, потому что он чуть-чуть тоже под этот использован, как будто. А, или скину его, пофигу, в этот урну. Кому надо, заберут. Консерву всё. Надо забрать срочно, консерву. Да, консерву забрал. Сегодня, кстати, нормально, что-то зомбарей тоже этих консерв попадало. 3 штуки, что ли. Да я вот один раз-то забег сделал, и аж 3 консервы там выпало. Разгрузился немножко. А вот у меня, кстати, калашик-то, кстати, можно этот... Надо его починить, кстати. Интересно, его надо. Можно и не разряжать, наверное. Так, так у меня вроде пулик-то нет на него. Нетронутый. Так, давай-ка мы тебя разрядим. Тут надо 5.45.39, а у меня какие есть? Порожа попричтет, твою мать. Нету, короче, ладно. Не будем заряжать-то, просто наденем. Так, что-то поломанное у меня есть. Топорик не тронут, это все четенько. Так, вроде все нормально, остальное. Сейчас я, Лех, подойду. Угу. Скоро. Так, получается, надо купить 6 груш. Так, 6 груш есть и 6 яблок. Так. Отлично. Так, и лопату бы так-то. Лопату. Моторное масло нашел. Оно надо? Ну, я не знаю, сколько оно стоит на продажу-то, но это тоже надо в автосервисе-то там продавать. Но если много места не занимает, бери. У меня вообще, я не могу ничего взять. Ну, можешь не брать, тогда мы все равно до автосервиса не побежим, пока денег не будет на тачку. Да.
короче, я обратно бегу. Угу, я тебя жду. Я тут закупился уже яблоками и грушами для задания там. Блин, лишь бы те же были начальные-то. И лопату купил уже. В трех выстрелах ложится вот этот монолитовец-то. С дробовика в голову. Нормально. Они такие жесткие. А этого летающего я просто палкой забил. Железной. Трубой. Ничего себе ты. Жесткий. Ну я никак не раз на раз отнимаю, а через это, через теплицу. Mm-hmm. Так, строительные материалы. Скупщик шкур, капец, тоже далеко. Ну так говорю, надо, когда тачка уж будет. Не так и что-то терминал портачит. Я ставлю вписать, он пропадает. Надо еще раз нажимать, чтобы сработало. Так, ну у меня, короче, есть три. Так, раз, два, три. Три пачки тетрика есть еще. У меня две пачки. Так, эти патроны тоже обычные на дробик. Успокоим. А тренога для костра нужна? Ну, если ты хочешь делать кастрик-то. Его продавать только, да, можно? Полетел. Сейчас подойду. Угу. Я, кстати, известь нашел садовую. Ее можешь тоже заложить? Ну, можешь. Либо продать, если она продается. Ну вот, ну, продать через другим игрокам. Ну, надо посмотреть, вообще продают ее или нет. Если продают, то закинуть. Если не продают, тоже так-то можно закинуть. Только вот непонятно, по какой цене. Тут вообще, говорю, расценки-то непонятно, кто за сколь ставит. Mm-hmm. Непонятно, какие адекватные цены-то вообще. Так, я на месте. Надо попробовать шлем снять. Точно, у меня же, говорю, шлем какой-то еще. Шлем у меня... Знаешь, как называется... Шлем сфера М12. Угу. Какой-то необычный. Так, сейчас его только надо попробовать, наверное, на починку сперва кинуть. Сразу, чтобы этот вдруг не закинет. Чтоб он нулевый был. Так. Сейчас попробуем закинуть. В ящик. Шлем сфера. Бамс. Положили. Так. Сейчас попробуем к терминалу подойти. И все равно так же. Какой-то терминал говёный. Вообще не нравится. Нормально, нельзя что ли было поставить? Ладно, возвращаю я и куртку тут тогда. Фиг с ним. Комбинезон медика давай верни. Оп. У тебя куртка какая надета? У меня специальная форма какая-то. Сталкера? Нас, ну, типа, да. Ага. 49 слотов. Нормально тогда. Когда я продаю эту охотничью куртку. Бумажку еще хотел продать. В итоге, сколько там баблишка?
Короче, почти 40-кет. 39-800. Это надо еще 40-кет. Вообще огонь. Кстати, надо чекнуть этого с заданиями-то, может, еще что у него заспавнилось там. Вот что-то есть. О, консервы, тунец, штаны, приклад на К. А у меня что? Мне можно туда ставить приклады-то? А, тут стоит какой-то легкий приклад, так что ладно. Так, что еще у тебя тут? Тактические перчатки надо? У меня эти боевые перчатки. Мы тоже продаем. Так, какой-то тут рожок скинули. На какую? АК-74, АК-105, АК-107, АК-12. А у меня какой? А у меня КАС-74 вообще. Понял. А, надо этот еще газировки, блин, купить. У меня же сон уже меньше половины становится. Что купим? Так, приклад у нас 180 сойдет. Это вообще напитки. Самый дешевый за 1000. Надо штучки 2, наверное, купить. Тогда 2000 давай. Оно такого восстанавливает? Нет. Блин, я ее купил. А надо какую? Пепси вот у тебя восстанавливала. Она 1500 стоит. А я колу тогда нашел, выпил, она ничего не восстановила. Ну вот я сейчас тоже, блин, две купил. И ничего. Квас тоже не этот, по-моему. Походу нет. Либо спрайт получается, либо пепси. Надо тогда 3000. Ну хоть деньги сейчас имеются. Так, возьму одну пепси и одну спрайт. Посмотрим. Они...
по одинаковой цене, наверное, это. Let's go. О, спрайт восстановил. Отлично. Так что, опять темнеет, что ли? Ну я вообще заелся теперь нормально. Еще мяска тут волчьего поел. Тебе надо? По еде там... Мяско? Да. Не, мяса нету. Консервированный тунец вот я этот залутал у этого-то. Если чё. На, витамины тебе надо? Пачку витаминов. Давай, да. Пригодится. Витаминчики. Так. Так, с собой-то похавать надо. Что-то взять так-то, наверное. У тебя есть что-то? Еще надо тогда потратиться. Что только взять-то? Консервы какие-то надо. Чтоб нормально-то. Консервы, закосарван. Консервированный бекон там. Короче, все консервы. Так, ну давай... Две консервы тогда возьму. Консервный нож я купил, если что. Mm-hmm. Так. Садовый известь продается за 40. Рублей? Да. Гвозди здесь? За 600. Да, здесь. А купить его можно там? Купить здесь можно за 240. Ну тогда нет смысла, говорю, там-то продавать. Так что, продавай. Думаешь? Ну если тут купить можно за 240, ты говоришь. Угу. Смысл там продавать за какие-то большие суммы. Так вот, рис у меня, ну-ка, тут есть у нее... Рис 2 косаря стоит, цена продажи 100. Но у меня не полная пачка, поэтому не продает. Может его сварить можно будет, такая кастрюлька будет. Ногу-то продал? Да. Нормальная цена была? 700. Нормально. Пойдет. Перья надо куда-то деть, я не знаю, продавать кому. Перья вроде где-то... Может, у шкуры где продавать будет что-нибудь? И в этом посмотри, там есть перья вообще. Кто-то продает как... такое. Продать. А как продавать предметы здесь? Ну так же выбираешь снизу, я понял, галочку поставил. Угу. И цена, где написано, туда вписываешь цену и продать потом. Ага. Что-то так и коробки гвоздей пока не купили. Ну-ка. А, уже коробку гвоздей нихрена себе выставляли. Но у меня пока до сих пор самая низкая цена. Там за 55 много поставили. Один человек. Я не вижу нифига. А напиши в поиск гвозди. Ну, не до конца, а гво там. Ага, вижу. 100 тысяч. С третьего сервака. 55. У меня вот стояла за 70. Одна до этого. Я вот за 50 выставил. Вот еще надо добавляли, видишь? Но мою все равно в первую очередь купят, потому что самая низкая у меня. Uh-huh. Хотелось бы, чтобы купили. Блин, кровь-то у меня восстановится, нет сегодня.
Я уж себя этих физрастворов там воткнул и кровь перелил. У меня, кстати, сейчас кровь А+. Это самая топовая? Не знаю, там... В нее спаги, все можно влить? Все. Блоди, а почему? Че? Я не могу продать. Может, у тебя КД появилось слева сверху, не пишет? Нет, состояние блоти при продаже должно быть нетронутым, написано. А что ты продаешь? Сапоги химкостюма. Ну, подчини их, попробуй. В этой бочке. Нет, нельзя. Но они-то в нетронутом состоянии. Ну, может такое быть, ты подчини в бочке, прям, чтоб на Верочку. Может такое быть. Не, они туда не вставятся. Даже. Почему? Вставятся. А, у меня там деньги. Вот, все, я понял, что. В сапогах? У меня там деньги. Нет, в куртке. Mm-hmm. Туда денежка закинулась. Вот он что, Михалыч. Это у тебя необычный, да, костюм-то? Как он называется? Нет. У тебя? Какой? Который ты хочешь продать-то? Обычные сапоги химкостюма. Вот, вот смотри, вот. Нетронут он в состоянии, но только они что-то не продаются. Ну тут на продаже есть два сапога химкостюма за 40. Да я попробую. Куртка за 40 тоже продается. А чё, эти сапоги не продаются у этой, что ли? Которые шмотки-то? Нет. Давай проверим. Быстренько. Продаются за 800. Херня. Короче, я тут у нее продал. Говорю, в терминале-то больше надо продавать, что купить нельзя. Эти-то сапоги тоже можно купить, которые ты выкладывал. Хотел выложить. Ты можешь выкинуть их? Сапоги-то? Да. Я продал их уже. А-а-а. Зачем? Так кто купит, если их можно так купить? У этой. За 9 тысяч, что ли, там? Сейчас. И что, теперь снимать лот? А ты поставил уже, что ли? Да. Ну, блин, просто вряд ли у тебя, наверное, кто сапоги эти купит. Ну, да, либо, ладно, надо либо надо поставить цену, которая ниже вот этой у бота, который стоит. Вот давайте скажу, сколько тут стоит. Сапоги химкостюма. 14500. А, ну, подожди, это какие-то желтые, а... Серые сапоги 9600. Mm-hmm. Если поставишь меньше этой суммы, возможно, кто-то прикупит. Ладно, 10 поставил. Ничего, нормально. Да какой 10, если за 9600 у бота покупается? Да. Нормально. Ну ладно. Там у тебя всего 5 слотов, ведь потом снимать все равно придется. Если что-то другое хочешь выставить. Все уже посветлело, надо выдвигаться. Да блин, опять что такое-то? Ну там КД какой-то есть, если быстро что-то нажимаешь. Нет, не может, опять состояние нетронутым пишет. Ну-ка. Сюда. Блин, у меня опять иконки портачат, прикинь. Дрыгаются. Блин, что не так-то, я не могу понять. Сейчас нормально. Какой-то...
А, вот сейчас поставилось. Вот, говорю, бывает, надо их починить. Через... Так, что еще можно толкнуть? Ну, больше стройматериалы какие-то можно, всякие молотки эти, да чё да. Пилы. Ножовки, наверное, но они тоже тут покупаются, надо тоже цену какую-то ставить такую незаоблачную. А в шкафчик как складывать? Еще раз. Я сейчас опять, наверное, вылечу. Ну, также ставишь галочку, я понял. Выбираешь предмет, стрелочка влево. Блять, у меня всего с собой 7000. На денег? 7000. Ну, на 7 штук только напродавался. Как херня, блин. Ну, вообще тоже продажи. Денег, продажи вообще не идут, что-то. Блин, я тоже уже всякого напокупал, что у меня теперь 33 тысячи осталось. Так что надо это двигать, задание. Так, вот, допустим. Я понял, галочку поставь. Предмет, ага. И стрелочка влево. Но надо, чтобы там написано, допустим, если куртка, чтобы в куртке ничего не лежало, иначе пропадет. Вроде количество как. Для хранения должно быть максимальным. Что за рюкзак у тебя такой здоровенный? Большой походный рюкзак на 130 слотов. Нормально. А утепление у него какое? Лучшее. Хорошо тебе в тепле. У него, кстати, поношенный уже стал. Ну, закинь тогда. Подчини. Я тоже недавно все подчинил было. И рюкзак. И жилет. Складывать-то все. Под себя просто скинь, никто не возьмет. На 5 иконки дергаются, что за херня? Все? Yes. Мне надо вот эти магазины закинуть. Тебе надо, кстати, патриков-то скинуть на дробаш? Да. Блин, а у меня их не так много осталось. Ну, пачку хотя бы. Ну, давай эти красные пока скину. Давай. Десяточку вон. Сейчас. Yes. Что такое, кстати? Магазины заряжать можно. О, нихера себе, не видал. Это как делается тогда? Сейчас. Ну, ставится магазин, ставятся патроны, я еще пока сам не заряжал. Прикольно, я что-то не видал. Ну и он заряжается. Ну, чтобы не впихивать туда. Что за у тебя болванка тут? Для пулемета? Да. У тебя пулемет что ли есть? Нету, у меня два магазина зато есть на пулемет. Скажи, это хранилище для патрон? Да. Ни хрена себе, 200 патронов помещает. Я не весит по 3 килограмма, и мне надо... А вот у меня сейчас начинает дрыгаться все. Ну вот у меня тоже дрыгалка такая. Почему-то. Ну, иногда бывает. Вот один зарядили магазин.
Сейчас мы пойдем попытаемся запихнуть его. Да не пихай ты, чё, пульки-то пропадут, мне кажется. Там же написано что-то, что этот. Понятно. Если предмет содержит вложение, то они будут удалены. Так что... Такое себе. Тогда что, просто разрядить их положить? Ну да. Нам пока разряжай тогда. Давай. А эти че? Нету что-то нового. Откуда у пульта у тебя столько вообще? Ну вот это все в магазинах. А, было уже? Да. Нормас. Да блин, как так-то? Чё такое? Пишет, хранилище должно быть максимальным. Чё это фигня-то? Не знаю, сейчас я попробую положить. Сейчас разряжу. Да, долго же. А там только заряжать, да, получается? Разряжать нельзя? Да. Так, все. Так, магазин. Он называется магазин, магазин РКР. Магазин. Где не вижу. А вот. Количество для хранения должно быть максимальным. Его знает, может, эти штуки наоборот надо полностью заряженными, если он просит максимальный. Может, зарядить, вот я... попробовать, давай и положить. Может, с магазинами то так не работает, как со шмотками. Так, а как заюзать автомат то этот? Через таб. Так, а пульки на него... Где они вообще? Вот эти, да, получается? Угу. Бам-бам. Еще один. Так, и что теперь надо? Просто выйти из него? Да, выйти и прожать F потом. Угу. Он не до конца, еще раз. Ну все, довести. А как снять. А, как снять лот? Купить. Нажать купить. И он снимает, да. Угу. Так, сейчас попробуем магаз положить. Так, магазин. Магазин, магазин. КР принял. Состояние для хранения должно быть нетронутым. Теперь это что ли надо его починить, попробовать в бочке до конца. Давай попробуем. Так, попробуем еще раз.
все, я положил магазин. Отлично. У тебя-то он полностью заряжен? Нет. И сразу почини его в бочке. Так у меня это, он нет патронов, столько-то на него сейчас. С собой ты понесешь? Да, придется с собой таскать. Все, я готов. Все, выдвигаемся. Так, мы выдвигаемся, значит, привал, группа Шрама. Это у нас в ту сторону. Вот туда нам. 3 километра. Так, по пути что-то лутаем или лучше... Ну, можно сейчас лутать-то. Давай сперва добежим, возьмем задание. Там просто надо будет и зомбарей убить. Так, а там рядом с ним что-то есть вообще? Сейчас подожди, посмотрю. А, ну там небольшой городок, и от него... Хотя... По пути-то сейчас особо ничего не встретится, кроме... Гуглова. Вроде как, если прям напрямую убежать. Ну, побежали. У меня так и половина крови. У тебя восстановилось? Чего? Кровь-то? Кровь-то? Да. Ты посмотри, кстати, нажми Enter, и информация вот есть. Enter? Да. Ой, Enter, Escape нажми, и информация. Так, сейчас информация. Так, и что тут у нас? А, вот, видно теперь, да, эти? Угу. Охотник 490, рыболов 470, стрелок 500. Медик 470. Это стандартный показатель 470 получается? Видимо, да. Так. О, болезни, кстати, показывают, да? Оказывается. Да. Блин, через ту не обязательно. Так, что еще тут интересного? Состояние здоров. У нас... Так, ты там куда? Давай бежим туда. Если будем встречать каких-то животных, будем стараться забирать их. Эти, кстати, половину зеленок-то тоже могу дать, так-то, наверное. Так, только как их разделить, ты не знаешь? А, во, шел. На, половину. Так, груши я закупил, яблоки закупил. Так, на, возьми тогда сразу. Или... У тебя есть место? А, лопату ты купил? Давай. Да, лопату да, купил. Так, 3 груши и 3 яблока. Случайно не схавай только. И на тушенку одну еще, вот. Не испортились бы они. Да не, не испортились, ты чё? Они еще смотри, какие свежие. Не свежайшие. Опа-на. Опа, бонус. Опа-на. Лутаем, лутаем, все лутаем. Ну что, тут какое-то задание было, что ли? Наверное. Ой, фляжку не могу забрать, ты можешь? Я забрал фляжку. Блин, ну нет, висит, ладно. Так, ну что ты там, хочешь сундук, что ли, забрать? На одну? На 1000, да?
да много. До хрена. Чего это до хрена? Нет, два. Что такое? Два. Угу. Там что-то было? Угу. Это... Да нет, нет. От нас дом. Угу. Я и смотрю, что-то на карте не отмечено. Интересно, есть там готовые дома? Были бы как готовые, чтобы не строить прям это, ну как бы каркас, чтобы поставить и там уже остальное. Ветер смачный. Вот чуть кровь. Стрелочку вверх показывает. Почему она прибавляется, когда бегать начинаешь? Ты типа кровь разгоняешь в себе, что ли? Ну, не знаю, как здесь это работает. Если что-то стоишь, там пешком ходишь, вообще стрелочки никакие. Вот как начинаешь бежать куда-то прям. И вроде типа вверх одна стрелочка. Полях, ладно, хоть стоги сена есть, на которые залезть можно, в лесу вообще вон вроде не на че залезть. В лесу не на че, да. Ну, только вот эти какие-то кормушки, если стоят, так-то. Типа на кормушку можно. Но тоже встретить ее еще надо. Тебе нож нужен, охотничий? Можно, у меня два кухонных. Выкинь кухонные. На, нож. Если выкинь, это уже деньги. А. Сколько-то? Так, сейчас в сапог одену. Оп. Корова. Корова? Корова, да.
Если что, ведь в нее стрелять надо, да? Угу. Мы ее вряд ли, да, наверное, зарубим-то, или как? Не, мы не догоним даже. Нам зачем мясо-то убивать животных? Ну, охота прокачаться, да и мясо пожарить. Ты же любишь вроде. Да-да. Там у этого-то будет где пожарить? Ну, бочка-то стоит. Там коптить. Коптить только на бочке. Нет. Кастрюлю там... надо ставить. Нет, там пожарить можно на крышке. Я жарил. Жарил. Но кастрюли пока нету, да. Но так-то кастрюлю тоже можно изи найти. Давай, окружай. Сколько их там? Две, три. А сколько в нее пуль надо? Не знаю, сейчас узнаем. В башку надо пилить. Я готов? Я тоже. Блин, я-то... Все, хорош. Убил? Угу. Хорош. Нормально отработали. Так. Не знаю, там не в голову, конечно, было в последнюю. Да и тут, может... Да, так-то починить же можно, если что, в ремонтном этом. Шкуры-то. Что, так мало мяса с коровы? Навык маленький, значит. Угу. Так, ну, я жир и кости не беру. И кишки. Чисто мясо и шкуры. Только мясо выпало, мне один кусок. Мне тоже. Сейчас прокачаем тихонечко, чё. Ладно, так и битку не будем смотреть. Ну все, мясо будет поесть. Надо дробаш дозарядить теперь. Хорошо. Так, что там тоже дом, что ли? Или что там по пути? Нет, это кибитка. База. Какая-то. Думаешь? Да, это какая-то военная база там. Не дом же, да? Или какой-то... дом. По-моему, мне нету? Просто непонятно. Но на карте он показывается. Значит, просто домик какой-то. Ну там может какой-нибудь этот монстрило быть. А, нет, это... А, это чей-то дом. А ну, да, занят кто-то. Видно, ну теперь забор. Прикинь, это их коровы были. Фермерство тут не добавили еще. Да-да-да. Растениеводство есть. Сейчас там первое задание, надо палочки поделать. Сколько-то маленьких, одна большая. Можно сразу наделать. Да не, давай уж лучше добежим. Вдруг там не то задание. Там такое просто было. Там все равно кустики-то будут.
меня, блин, со стаминой вообще беда. У меня половина. У меня одна треть где-то. Значит, тут какие-то развалины. Вошли в безопасную зону. А по-моему, этому шкуру нельзя ли загнать? А ему мясо можно, но мы лучше пожарим. Так, вот что у нас тут доступно задание? А, ну да, вот как раз 20 коротких палок и 3 длинных первое задание. Значит, то же самое все. Кто-то приехал на тачке. Так, ну я пошел палочки делать. Водку покупают и морфин. По какой цене? Ну, морфину той за 1000 можно продать. У этого что-то дешево. Водка, мне кажется, там тоже, наверное, подороже. У этого зато фляжка дешевая. Там за 1000 с чем-то вроде, тут за 800. Ну чё, делаем палочки. Так, 3 длинных есть. Блин, положить некуда, прикинь. Есть такой. У меня, блин, косяк. Кровь и шкуры, блин. Много места занимают. Надо сейчас переместить нормально, копнуть. Пока лопата сюда влезет, не влезет, блин. Ладно. Ну, сейчас должно влезть. Раз. Два. Три. Такие маленькие еще надо. До херища. Почему с маленького куста показывают длинную палку? Тоже длинную палку показывает. Не маленькие-то кусты. Он не даст тебе короткую, надо. Надо же разделять их. Их можно разделять? Длинные, да, разделять надо. Просто на нож или на этот. И там выбираешь колесиком заточить или разделить. Или просто руками можно разделить. Не, на Ливоне-то просто там маленькие кустики были, это с них. Маленькие были. А если так можно, то ладно. Удобнее даже, кстати. А нож, наверное, сейчас в говне быстро. Хотя у меня мачете нормально. Надо десяточку. Вот здесь можно мне взять, сейчас будет лишнее. Сколько ему длинных-то надо? 20. Нет, коротких 20, а длинных.
Три вроде. На, вот короткие. Сколько? Две. Так, мне еще пять получается надо. Ну, блин, заточить сделал не то. Две надо. Что там, кстати, за первое это дают? Зажигалку. Да, точно. Две пачки патрон зеленых дали, хорошо, и другую двухстволку. Так, зажигалка, фрукты, поехали. Убить трех зомби надо. Угу. Это надо куда-то чуть-чуть это. Куда тут поблизости-то можно? В гуглово подняться можно. Мне кажется. Вот в это можно. В госпиталь. Правда, подалековато будет. Ну, давай до гуглова лучше. Госпиталь-то успеем еще. Там просто точно будут зомби сидеть. Или Могилевку вниз, или куда. Ну, тут вроде ближе. А в старое можно уйти вправо. Давай в Google вот ближе. Но там не факт, что будут зомби. Наконец-то кровь восстанавливается. Я говорю, из-за того, что бегаешь, оно что-то начинает разгоняться. Так, надо, кстати, дробаш-то. Наверное, надо дробаш накинуть, потому что калаш меньше места занимает. Так вот. Вот так вот. Двустволочка. Лопата. Опа. Зря вот покупал, это прикол. Получается. Что есть там? Зомби нет.
Мне кажется, надо выстрелить. Вон есть, ты чё, трое тут пошли, вижу. А ну, вали их тогда. Вон, на тебя согрелся один-то вроде. Угу. Оп, набор для шитья. Вон еще двое тут, по-моему. Это одна, еще вроде. А, вон еще там есть. Нормально, нормально, еще двое там. Всем хватит. Да зараза. Че, черканули? Накидали немножко. Не, нормально он тут зомбарей. Набор для шитья полторашку стоит, например. Блин, чё какая дикая. Давно людей не видала, чё. Бабулька, блин. Ну, чё-то это тоже мне пару раз дала, ну ладно, без царапин вроде. Задание выполнено, все. Чё, подлутываем тут домики-то или чё? Да, да, посмотрим сейчас, чё. Ну, тут нормально, зомбари вот. Там, конечно, без стамины будем бегать. О, я нашел справочник начинающего врача. Вот, отлично, изучай. А как? Взять в руки, читать. Должен навыки улучшить, медицинские свои. 770 стал. Консервированные персики. Налёг фляжку. Кувалда еще. Места-то хватит, не тащи. Лёх. Сейчас, подожди, у меня вроде есть лот под фляжку, давай. Сейчас. И найду. Вот. Это новенькую ты нашел или нет? Я другую нашел, да. Которая на 2 литра. А что, она на 2 литра? Ну, которая другая немножко, она, да, там побольше. Где фляжка-то, я не вижу. Подо мной. Нету что-то. Вот она. Ну вот, и сюда. Глюк какой-то, это та, наверное, фляжка, которую это... Нету? Ладно, пайпка у меня побудет.
Либо перезайди. Да ладно. Вот та фляжка-то с фундука. Угу. Так, тут я лутал этот домик. Вот этот желтый, не помню. Красный вроде был. Где-то морет-то. Внутри не выпускают. Опа, она с консервой. Неплохо. Я тот-то дом не долутал, аж второй этаж там. Второй этаж. Ты чё? Вот ещё комната. Опа. Он и нож. Так, чё, всё вроде? Угу. Let's go, обратно. Тут уже зомбари заспаунились. Где мы вначале убивали? Сейчас одного тут. Все. Хватит. Или что? Теперь у меня 1/4 стамины. Так, ну у меня вот как раз было последнее задание с лопатой. Это вот сейчас мы зомбарей сдадим, следующий, по-моему, лопата. А дальше я вот не выполнил. Интересно, сколько у него вообще заданий-то тут? Мне кажется, до хера. Так, можно мяска будет сейчас пожарить. Так. Бэк. Это что он дает? Рюкзак? Рюкзак. Да, вон ты здесь видел? А, вот еще, кстати, животное надо убить точно. Чего говоришь? Видел тут, что нас накидали? Где? Вон, в сундуках-то. Нихера. Ну, я тоже сумку тут оставлю. А, так это все с заданий этих, что дают. Надо пожарить мяско. А вот сейчас, кстати, видимо, с коров-то дадут это. Сет охотника.
Тут уже сливы подгнили все. Да. Видимо, ботинки еще дают. Получается. Угу. Ботинки для джунглей, что ли? Твое готово. Все забрал. Так. А животное, где мы теперь тут убьем? В лес надо идти, че? В какую сторону? Надо зелененькими зарядить. Что-то никого не слышно. А может это? Курицу какую-нибудь забить? Ну можно. Но до инфаркта. Встретить ее. Так, ну... Блин, куда побежим-то теперь? На ферму можно, вот Могилевку. Давай туда. Может там коровы есть. Давай туда. Грибочек. Нет, не будем собирать. Если что, придется, наверное, коровьи шкуры скидывать. Они, наверное, ну, если места не будет хватать. Mm. Мне кажется, они не такие дорогие, наверное, коровьи-то. Наверное. Ну-ка, информация. Болезней пока вроде нет. Простуды тоже нет. Все нормально. Блин, так-то капец имба, если показывает. Mm-hmm. А группу крови изначально показывает там? Я не знаю.
Это с подписью. Что за музычка там? Что за музычка? Под подписи на кассете можно предположить, что на ней записаны песни группы русских исполнителей. Просто написано. По животным не видать. Да. Куда побежал? Ах ты. Да что ты? Так, может эту лопату что ли в руки взять? Две их. Ну так-то да, нахрен тебе две лопаты. Еще одна БКшка. БК-43. Рубашек. Он какой-то ржавый весь. Нет смысла, наверное, брать даже. Копейки, наверное, стоит. Курочек бы, петушков каких-нибудь. Блин. Что там? Еще одна лопата. Что? Еще одна лопата. А-а-а. Не хочешь взять? Нет. Что-то консерв много еще на выпадало. Ну я возьму что?
курочек слышу. Хорошо. Где-то... О! В этой степи. Ща... Где? Вот тут, что ли? Да. В сарае сидит, прикинь. Паскуда. Так, все, я курочку... Выполнил. Угу. Тут одна. Так что надо еще искать. Так, курочку разделали. Мяско забрали. Блин, кишки нахрен взял. Случайно. Эти кишки нам не надо. Так. Ну, есть шанс, значит, найти какого-нибудь. Она прям в сарайчике сидела, закрытая. Опа, кассетка. О, еще один шатунов. Ласковый май. Где зомбарь-то, блин, слышал? Еще что? Да, блин, ведь я какой. Пепси было. Нормально. Патрики. Дробашные красные. Еще. Больше не слышно.
Сейчас я подойду. Угу. Точильный камень. Что можно было заюзать, ну ладно, мы. Если можно продать, лучше продадим его. Пока он не тронут. Где животные-то, где? Здрасте. Есть еще кто? Да, что-то не слышно. Сейчас еще пониже там спустимся, домики. Там что будет? Блин, одна курица на деревню. Это сильно. Так, ну либо вправо какие-то домики есть, может еще и... Либо здесь внизу. Право, побегусь.
темнеет опять. И через лес тогда обратно. Ну и сейчас. Так, я что-то тоже тут последний дом посмотрел. Ты посмотрел сарай? Да. Так, ну давай, да, на обратном пути может. Капец, уже полностью забит. Один остался. Поясная сумка на 30 слотов. Еще парочку там слотов будет. Но на лопату еще одно место точно не будет. Ага. И так у меня уже сколько? 3 лопаты. Лист металла точно нет мест. Так, сейчас я подойду. Кот на улицу, что ли, хочет? Угу.
Так и ничего пока. Да. Либо попробовать в сторону дома опять двинуть. Может, там коровы опять. Ну, не факт. Там они будут опять. Опа, сундук пустой. Прям вглубь леса, да, пошел? Да, вообще никого нет. Ну, я пока к шраму возвращаюсь, дам. Хоть лопата там тоже освободится место. Если, конечно, это следующее задание. Вроде как должно уже. Мяско еще приготовлю, чтобы тоже усить. Навыки охоты. Вот как раз штаны и куртку дают. Следующие огородники, лопату. Дадут ботинки для джунглей и перья одна штука. Так, а следующее у нас будет... Сделай арбалетный болт. Награда арбалет. Не ты стреляешь? Нет. Очень далеко такой звук был. Хлопка. Так, мяско жарим. Так, что, куртки я тоже тут оставляю тогда? Они не особо дорого вроде продаются. Что-то мне в куртку положила еще. Куртка в куртку, прикинь. Угу. Или штаны в куртку, там что получилось? А, в штаны. Что-то у меня лежит. Сапоги для джунглей точно еще дали. Тоже нафиг.
по мясу еще готовится. Оно работает, нет? Что-то вылаженное мясо. Должно работать. Ждем. Так, как сделать арбалетный болт? Ты не в курсе за крафт-то? Нет. Может, палку короткую и перья надо соединить. Так, сейчас пожарим мясо и... Пробую пипец, блин. Все еще бахнем. Так, я сейчас... Так, что-то не понял, мне пепсик не восстановил, что ли? Ну-ка. Пепсикола пью. Прикинь. Что-то пепсик... не восстанавливает. Что-то пепсикола... Может, забагалось. Фиг знает. Бывает такое. Не знаю. Так, надо сделать болт арбалетный. И заточить не то. Поворотка. Короткая палка не этот. Может загуглить? Проще будет. Как можно сделать? Арбалетный болт. Дейзи. Инструкция. Так. Болты бывают трех видов. По
Бабам, берем нож в руку и объединяем с тремя короткими палками. Или наоборот. С трех коротких палок получаем 6 грубых болта. Чего? Я вроде только что пробовал палки. Или именно 3 надо? И, наверное, надо. Так, сейчас. Блин, я их теперь соединил. Надо этот. Разделить. Так, 2. Так, 3 берем и нож. Нож. Охотничий не работает. Какой-то другой, может, нож нужен? Охотничий не работает. А кухонный? Кухонный тоже не работает. Так, а мачете еще у меня есть. Мачете тоже не работает. Так, или наоборот там было, ну-ка. Если сперва нож взять. А, ну-ка, топорик сработает. Тоже нет. Лопата есть. Надо еще лопату. Нет, и так 2 штуки теперь. Так, а что-то... С каким ножом-то это делается? Для крафта простого болта вам необходимы грубые болты и кости. Кости нужны? Угу. Блин, я там курочку, по-моему, с костями оставлял. Так. Берем нож в руку и объединяем с тремя короткими палками. Или наоборот, с трех коротких палок получаем 6 грубых болта. Хотя тут на картинке нарисован этот тоже как охотничий нож. Что-то у меня нифига он не объединяет. Какая-то фигня. Сделай арбалетный болт. Ты здорово мне помог. Я хочу тебя научить, как крафтить в игре. Тебе понадобится короткая палка и перья. А, вот тут написано в описании задания. Перо я тебе выдал, чтобы стать обладателем арбалета. Скрафти и принеси мне один болт. А, наверное, палка и перо. Надо пробовать. Так, а где перо? Это если он не дал. А, вот перья есть у меня. Так, допустим, короткая палка и перо. Объединить. Создать болт. Все. У меня персонаж ржет. Я квас попил, у меня ржет персонаж. Вот у меня тоже было такое. А в информации что-то написано? По здоровью-то. Нету никаких болезней, все нормально. Вот у меня тоже ржал. Ну, и эта таблеточка появилась. А, это, наверное, типа навеселее, это как водочки, типа, бахнуть. Mm-hmm. Я то, что тогда водочку уже бахнул, и у меня начал этот... Квас, видимо, немножко с этим... С градуском. Так, арбалет получил. Найди молоток и принеси дикому. Молотка у меня вроде нет. У меня есть молоток. Один? Да. Блин, еще один нужен. Второго нет. У меня нет вот, да, молотка, к сожалению. Так, арбалет, блин, теперь еще место занимает. Так, вместо шкуры, наверное. Сделаю вот так. Шкуру я реально много места займу. Шкуру в сундук скину. Если там места вообще хватит. Где-то вроде более-менее пустой было. Так, сюда скинем и... На палки сюда скинем. И еще шкуру скинем. Пусть места побольше будет. Для людей, кто будет крафтить, пригодится. Эти палочки, если выполнять придет. Раз 5 штук уже будет.
6 даже. Не могу найти ничего. Так, ну я сейчас тоже выдвинусь, может где-то... Мне, блин, молоток нужен. Получается. Это вообще уже километр 400 ушел. Угу. Так, мне-то куда за молотком бежать? В гугловое опять может подняться? Не знаю. Может, там прошарили все. Там уже заспавнилось, наверное. Что мне делать? У меня нет молотка. У меня, блин, две лопаты зато лишние. Так, ну-ка, этому что-то загнать можно, нет? Помимо мяса. Вроде особо ничего у него такого. Стейк, коробка патронов, арбалет. О, арбалет я ему продаю тогда, который сделал. 4 килограмма, блин, весит. 8 тысяч. Нормас. Вот. Еще можно попробовать на селок кого-нибудь поймать. У тебя есть селок? Я могу сделать, да. Ну... Не знаю, как это работает. Только еду надо положить? Найти. Да, еду. А какую? Ну, фрукт какой-нибудь. Фруктов у меня нет. Как так-то так далеко ушел и никого прям не встретил? Ну тебе надо... Да, это ближе к этим к деревушкам. Там скорее можно вот куриц-то каких-нибудь тоже встретить. Ну вот. Либо... я ни одной курицы не нашел в деревне. Старт через 7 минут. Каждые 2 часа, походу, у них было в 2 до этого, сейчас в 4. Блин, а я выбежал уже в сторону этой. Ладно, в поле, ничего страшного. Нет никого тут.
какой-то найти теперь. А кстати, в этих сундуках лежали фрукты гнилые. Ну, которые там испорчены. Они не подойдут? Наверное. Да, мы достали. Так, ну мне-то тоже тут дома... Лутать, не лутать. Место-то и так особо. Хотя я шкуры скинул. Освободилась. 5 минут, но надо куда-то этот. Да, не заходите. А сюда зайдем. Полезно. Ну, фрукты такое себе искать, конечно. Это понятно. Куда бежать еще? Обратно. Так, нам надо молоток найти. Молоток, молоток. Тогда молотка 3 находишь. Тут что-то вообще... Да, блин, застрял. Так, ну сейчас после рестарта должны эти заспауниться заново. Раз этот деревушку можно подзалутать. Так, ну мне больше надо сарайчики лутать, чем дома. Ну, по сути, тут деревушка небольшая, так-то можно и домики тоже посмотреть. Хотя не так много слотов осталось. Вот в таких надо сарайчиках смотреть. Либо в больших прям. Так, там в домики тоже заглядываем. Витаминки.
пустовато. Пустоватенько. Так, вот в большом сарайчике сейчас глянем. Оп. Молотка не видать, зато видно монтировку. Блин, монтировку, блин. Много места занимает, вроде херню стоит. О. Люди мимо проезжают. По делам. Семена какие-то, они вроде так-то херню стоят. Ладно, возьмем пока. Так, этот баллон много места занимает. Не стоит почти нифига. Вечереет, что ли, ночь будет. Молотка нет. Ничего, ничего нет. Пустоватенько опять. Тоже нету ничего. Кухонный нож. Дайте мне это уже. Только недавно ночь была. Рестарт был опять ночь. Круто. Да, бежим. Я тут. И я тут. Отлично. Я в поисках молотках. Короче, походу надо этот... Просто выдвигаться... Лутать. В магазин бежать? Ну, магазин... Фиг его знает. Как-то молоток дороговато выйдет, но... На крайняк-то можно купить. Но надо продаться тоже до хера уже. Хотя я освободил много слутов сейчас. Считай, шкуру скинул там. Много места. Да есть еще подлутать. Блин, рестарт был и опять ночь. Либо такое чувство, надо просто эти сарайки лутать. Вот он в сарайке. Чтобы не тратить время на дома. Особо. Так, лист металла тут. В сортире что у нас лежит? Магазин. Так,
Так, живности тоже тут пока что-то не слышно. Тут я лутал, что ли? Уже все обошел. Походу. Ну да, отсюда начал. Ну, краешек луны получается или что? Или солнце заходит за горизонт. Выдвинешься. Хрен его знает. У тебя заполнен этот инвентарь? Да. Может тогда это? До трейда? Сейчас пробуем. Блять, еще надо. Ну, у меня так-то еще нормально можно подлутать, если не лопатами. А чем-нибудь мелким лутом много так-то есть мест. Блин, тут напрямую вот ничего нет. Только справа и слева, если обходить там городки. Я хочу просто сдать ему и все этот, ну, квест. Ну, у тебя там и, считай, болты сразу выполнятся и... И молоток получается уже. А вот да. Дальше пока непонятно, что будет. Я бы тоже сдал, но у меня, блин, молотка нет. Кто знал-то? У меня, блин, нет молотка с собой. Ну, я так-то могу с тобой еще побегать. У меня, говорю, место-то есть так-то. Просто... Мне придется искать молоток. Так, ну ты сейчас где находишься? Я... Шаковка? Ты был у них? Да. Да, я здесь был. Так, куда тогда можно двинуть? Старая? Если ты шаковку зачистил уже. Ну. Туда? Туда можно, да. Давай я туда двину, тогда в ту сторону, потому что у меня, говорю, тоже место пока есть. Но по весу, конечно, что-то у меня стамина такая. Ну, потому что две лопаты, каждая по 6 килограмм. Угу. Еще кувалда 5 килограмм. Автомат 3 килограмма. Такое. А если я фул забьюсь, там у меня вообще шкун только ходить. Будут какие-то два этих, если вдоль дороги бежать. Ты на меня сейчас бежишь? Нет, я Гуглова бегу.
А чё ты у меня не отображаешься? Не знаю, ты у меня отображаешься. Зачем в Google? Я только что оттуда бегу. А, курочек там не было? Не слышно вообще, не было никого. Давай в старое, говорю. Двинем. А где старое-то? А, в старое туда? Пошли туда, в старое. Просто ты там... залутал шоколадку вот эту. Получается. Или это наоборот рассвет, что ли, был такой? О, сейчас рассвет. По идее нормально, да, ведь? Да. Ну, вот сколько? Три четвертых яблока у меня. У меня почти фуловые. У меня еще тут три консервы есть. Два куриных мяса можно пожарить. Тут прям осень какая-то. Где-то от солнца так. Желтые листья. Блин, гвоздики бы купили, и тачка бы была. Здесь что-то тихо, нет никого. Нет, тут вот это особо ничего. Реально, как будто осень какая-то. Сделали бы лучше они карту какую-нибудь такую, где разные сезоны. Допустим, в самом верху там, типа, зима. В самом низу там пустынное немножко, что-нибудь такое какое-нибудь. Ну, типа, большую же карту, чтобы... было бы прикольно, мне кажется. Ну тут точно должны кого-то найти. Тут опять типа фермы вроде вон тут. Сбоку-то.
Слышу. Есть петух. И курочки. Да? Да, слышится. Где это? Вот где я. А я не знаю, где ты. Заново добавь меня. Так я заново тебя добавил. Давай я тебя уберу, еще раз попробую добавить. Или без разницы это? Все равно это. Ты появился? Нет. Надо перезайти сейчас. Тут прям и курочка, и петушок. Вот петуха вижу прямо передо мной. Петушочек. Может, это он и кудахтал? Ну, в смысле, как курица. Соединиться не могу. Чё теперь такое? Я охраняю пока его. Он не убежал далеко. А, прикрой его, Лёв. Чтоб никакой зомби не сковал его. Там он много ходит. Опять. Раз, два, три там прям. Рядом. Один тут. Петух пока не боится меня, я тут. Нет. Чего? Нет, у меня не отображаешься до сих пор. Короче, беги. От старого, самая левая, видишь, там длинная такая колбаса. Как раз нет. Фермерские штуки. Сейчас, подожди, я, может, что-то провтыкал тут. Может, типа худ какой-то, да, там отрубил? Да. Может быть. Так, теперь молоток надо найти. Я не могу, не отображается все равно. Ну ладно, иди так. Куда идти-то? Ну, от старого, самая левая дорога. Там видишь длинное здание, это фермерские, это штуки. Вот туда надо идти? Угу. 360 метров до меня. Слышишь? Нет. Он я еще не даже не подошел. Он тебя зовет. До сих пор не слышно. 100 метров уже. Вот сейчас слышу. Ты не с ружья, а его с этого, с мачете какого-нибудь догони. Все, он побежал. Прям, да, чуть дальше. Вот. Да я ни хрена. Во, все. Все нормально. Чётенько. Давай, разделывай. Так у меня вкладывать некуда. Ну, я заберу. Там у тебя на одного мяса места нет, что ли? Ну, вообще, вообще нету. Так давай я что-нибудь заберу у тебя. Подожди, где мое ружье? Не знаю. Что, оно в руках у тебя было? Да. Ты когда достал этот, он у тебя выпало. О, нашел. Так давай я что-нибудь возьму, впитаю пока. Давай, пилу возьми. Давай вместе подзачистим, надо молоток подыскать. Есть еще что-то? Да все, пока.
Или что, давай эти чисто сарайчики просто пробежим. На. Кстати, мы этих фанатиков-то можем встретить, и монстра от этого. Что-то монолиты или что там? Монолит, но. Пофиг, у меня ружье есть. У меня тоже есть. Заходи, заходи. Лёг, заходи. А, это ступенька еще, блин, дебильный. Но он один вроде согрелся. Или что, ты прям пострелять хочешь? Ну да. Ну давай, зайдем. Чё? А, так у меня не прыгает, просто у меня... А, вот, зашел. Ты зайдешь сюда-то? Нет, я здесь буду. Ладно. Они на тебя согрелись. Угу. Капец. Как громко. Этот двустволка-то херачит. Масс. Ну сейчас зато разом зачистим всех с городка. Да блин, закрывай. Все, что ли, закончились? Не, у меня двое еще. Так, что есть вот у них? Ничего. Закончились. Ну это двустволка вообще громко херачит. Зомби. Много? Один. Так, у церквушки может этот быть. Вот их много тоже. Так, я в госпитале пока.
пустовато, блин. Комплект для сбора крови. Это только. Рация. Она, кстати, дорого вроде. Не, не все походу. Ничего такого. Побежала до хера. Я пока сюда тогда зайду. Двери надо закрыть. Вроде все закрыто. Что у меня какие тут красные, что ли, заряжены? Да что такое? О, этот пришел. Отлично. Фанатик-то этот. Противник! Да, блин. От бедра промазать может. На. Где этот фанатик-то? Стоп, куда ты бежишь? Встал вот. Фанатик где-то у меня тут бегал. А вот он. Блин, куда ты опять? Блин, куда ты в этот попал? Умирай! Я прыгнул за запор. Найдем. Не знаю, куда. Куда-то пошел оббегать. Че, он один остался? Да-да-да, закрывай, закрывай. Ты не осквернишь монолит. Все, патроны у меня кончились. Все? Отдыхай. Так, с них ведь ничего так и не падает, да? А нет, перья у него. Перья. Такое. У меня вроде тоже пулек уже особо нет.
Я считаю, тебе все там отдал половину. Проще купить. Ну, по сути, да. Ну, сейчас тогда этот городишко долутаем. Двинем в этот. Ты так и не встретил. А, ты встретил. Нашли мы тебя. Ментовки-то был? Нет. Да что-то в ментовке-то тоже особо ничего не лежит. Так, еще один БК 43-й. О, сетка. Сетка у нас. Песни группы иностранных исполнителей. Может, гвозди хоть купили? Добежим. Проверим. Вон тут проволока есть. Надо взять. Да. Хотя нет места. А-а. И отвертка, Лёх, тут тоже есть. Сейчас иду. С домик этот посмотрю. Опа, это что такое? Кола. Газировка прибавляет энергию на короткое время. Первый раз такую вижу колу. Прям бутылочки такой. Так, сейчас я иду. Да, это в сарайчиках. Там два сарайчика, где ментовка. Вот у них. Угу. Уж перепрыгивать не могу. Много препятствий. Территории. Подожди, это продуктовый, я не туда, что ли? Да, видимо, нет. Во, желтое здание вижу. Нашел, а что еще надо было? Отвертка? Да, отвертка в другом сарайчике лежит. Который поболее? Да. Так, что я там не заметил? А вот он. Коробки. Что тут все? Да. Че ты вот залутал тут? Ментовки-то.
А, ничего, патроны 9-миллиметровые и все. По коробочку. Так, тогда бежим на этот. Квест твой сдавать. Ну да. Смотрим, какое будет следующее, может, заодно будет. Я уж тогда потом молоток куплю. Лопаток я дохера нашел, блин. Блин, эту колу выпил, тоже не подняла энергию, хотя было написано что-то там. Такое. Ладно, эту у меня... Эту колу тоже выпьем. У меня получается только спрайт подняла. Что-то пепсик не поднял было. Раз там куриное мяско пожарить еще. Так, можно тогда будет эти коровьи шкуры забрать. А, блин, надо куртку санитара скинуть. С этого, с больнички и луталыш будут забрать. Еще от атмосферы то есть хардовый сервак. Да. Там непонятно, в чем харда. Там отстал-то. Я что-то заплутал. Вон тут, смотри, херню какую-то пишут. Можешь голосовать за серу и получить деньги за голоса. Ну это типа, да, там типа голосуешь. Может поэтому, где я смотрел-то он на первых местах? Или что? Это не то? Может быть.
поголосуешь, и он там высоко поднимаются эти списки. Чего машины без водителя газуют? Сама по себе, что ли? Ну, там кто-то, видимо, сидит, но не отображает его. Такое. Опа, а чё этот переместился? Ой, тачка тут убралась куда-то. Прикинь. Не понял, этот неактивный теперь чувак, который продавать-то там мог. Ладно, да? С заданиями активными. Его тачкой, что ли, что-то подвинули? Может, хитбокс-то у него где-то здесь, где он стоял? Может быть. Что-то не видать. Где стоял-то примерно? Короче, херня какая-то. Может, это админ был? Тачка тоже убралась, нету что-то. Надо посмотреть, что в сундуках, может, интересно. И откуда тут появится? Мои шкуры лежат. Что же самое? Че, он у тебя не активный слева, который? Не. Вот, ну, что-то. Так-то мог ему продать за 8000 арбалет-то. Да как? А как стрелять-то с него? Фиг его знает, я даже не пробовал. А он приехал, видишь, без водилы. С водилой теперь-то. Не, меня почему-то нету. И сейчас он вылез и... А, во, появился. О, у тебя. Чё там следует? Жизнь молода. А чё у меня здесь задание теперь? Пати, нет? Да. Пати играете, нет? Да. Привет. А вот доступных нету, кстати. Эхлики на зенит. И в процессе там тоже. Шарку вот этот
этого, да. Что-то багануло, говорю, тут все. Он хоть довезет, да? Угу. Что-то багнулось, блин. И текущие это что-то не показывает. Я не могу с молотком принять за... принял, но не могу сдать. Ну вот, как бы в пэта оно висит. Что-то да. Что-то такое. Багнулось. Зачело мощнявое у него. У него-то? Какой-то здоровенный. Что, теперь после рестарта там заработаешь, что ли? Наверное. Через час только в 6 будет. Там шумно будет на зените. Сейчас вам здесь объясню все. Вот в машине там ключ. Сейчас за руль садись. Ну, ключ возьми, за руль садись. Заведи ее. Так, выходи, ну, заглуши, выходи. Закрой ее. Там получается колесиком, ну, на дверь наведи. Создать код. Там два раза код создаешь. Ну, там, как вы можешь запомнить.
Потом третий раз также на нее наводи. Там получается вести код. Mm-hmm, а да. Получается Т русская. Нажимаешь заблокировать и разблокировать. Все заблокировал. Теперь опять нажми. Вот разблокировал. Mm-hmm. Бери ключ. Должно быть зарегистрировать. Вот все зарегистрировал, да? Да, все, да, есть. Все есть. А, теперь, ну, получается, контр и Т нажимаешь найти машину. Ну, если она у тебя там что-то раз пропала, тебе покажет, где машина стоит. Ага, понял, понял, спасибо. Контр и Т, ага. Ну, вот все, как бы, если в гараж будете ставить, то получается, как же обратно все вводишь пароль. После каждого рестарта надо будет вводить пароль. Ага, понял, понял. Ее разблокировать. Ну, так что, летайте, гоняйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Большое. Да, не за что. Ладно, удачи вам. Всё, давай, всё, удачи, удачи, пока, 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 пока. Халява, Лёх. Чё за махинации такие долгие? Пофиг, тачка есть, нормально, погнали. Эх, чё, сколько места тут? Нормас. Нормально, нормально. Ты не видишь его? Сейчас? Да. Нет. Не сбить бы его. Вот справа. Ты его подвести, что ли, его? А сам добежит, правильно? Да, можно куда-то заехать рядом? Mm. А, вон. Тут оставляют вроде. А как он сказал? Блин. Г русская. Ну, на Г нажал. На ага, все, я понял, спасибо, спасибо. Ключ можешь прям в машину закинуть. А ключ-то зачем он нужен? Ключ, чтобы тебе, получается, ты ее закрываешь, потом через два дня она тебе обратно в гараж прилетает. Если у тебя два дня нет, у тебя машина стоит на сервере, она у тебя просто в гараж, все, в гараже будет. Так что сильно нигде не бросай ее. Угу, понял, понял. Значит, что у тебя ключи, и в гараже, если что, машина, то в гараже будет. Угу, понял, спасибо, спасибо. А через два дня получается. Там большой два дня. Либо просто сам вот так-то можно ага, оставить. Понял, спасибо. Понял. Спасибо. Ну, играйте, удовольствие. С удовольствием. Молоток-то, блин, найти и надо с удовольствием. Он еще один такой же. Заряженный.
О, йод, йод, йод. Берем. Так. Хера тут у меня на продажу. Так. Кассетку-то пока оставим. Закинем за 10 тысяч лучше. Может, купят. Надо проверить это. Купили, нет? Ну, а гаражи вы знаете, что здесь получается, и у Сидора, и это на автотрейд гаражи, если что. Ага, понял. Вы тут когда сегодня зашли, что ли? Ну, вчера. Вчера. Ну, мы тут ну, сколько? Сколько? Часа 4-5. Немного-много. Только начали, грубо говоря. А, что так, поиграть как бы. На. Узнаете, что за сервер. Блин, арбалет теперь не продать. Ну, там продаж. Блин, опять замигали. Да что-то тут как будто на этом трейде еще что-то FPS вообще сейчас просел. Дофига народу что. Набор электрика стоит 3750 на продажу. Надо покупать его за 73 тысячи. Может его туда заклинуть? Ну посмотри, продают его вообще. Так, надо посмотреть, купили, нет, гвоздей-то. Меня не купили. А что ты там выставил-то? Гвозди. Так, у меня тоже не купили. Так, ну тут уже два гвоздя по 30 тысяч поставили. А молоток там продают, кстати? Не знаю. Да, 25 тысяч стоит молоток купить. Инструментчик это? Да. Это, да, я знаю, что я в трейде, я думал, ты. Продают или нет, думал. Спрашиваешь. Так. Мне по факту это продавать-то и нечего. Тут если все надо. Правильно. Чего это? Ну, вот что у меня тут продавать-то больше нечем. Вот арбалет надо куда-то продать. Ну, как раз с собой придется. Так, у меня три оружия надо. Один дробаш продать какой-то из этих, который продается. Так, это 250, а тот сколько? Поменять. Так, а этот не продается, тогда я его пока оставлю. Двушку-то. А тот дробаш продам. Разрядить надо. Он сказал? Не знаю, я не расслышал что-то. Есть? Обили. Ты говоришь, не понял. Вот, держите. Спасибо. А тут вообще что продавать-то? Тут смотришь по 300, по 400, ну тут всякие вещи. А самое дорогое, самое дорогое что продавать можно? Самое дорогое это животное. Кожа, да, там все? Части, но там. Ну и сидору там получается химическое. Зеленый. И по 20 стоит полы тоже. Ну, понял. Ладно, спасибо. Здесь спасибо. Как бы такое, но она поедет. Поедет, получается, у Сидора. Сидор съездит. Угу. Понял. Посмотрите, что нужно продавать.
если это медведь или химера нападет, ярд, да? Давить. Власть. Они жесткие. Понятно. Он вепри лучше потом возьмите и на нем тоже термогазит и игольчатые патроны. 13 минутов и игольчатые. Хорошо тоже их блять. Ага, а, понял, ладно, хорошо понял. Блять. Кекс. Он нам денежку дал. На. Кто-то пришел. На. Я тебя скинул. Лех. Куда? Вон. Что нам теперь с деньгами-то делать? Я Насе по 50 тысяч дал. Какой молодец. Так. И лута, кстати, можно на трейде поставить, наверное. Сейчас. Вот я не знаю, что там вообще. Так, ну тут пила 45 тысяч. Плоскогубцы 40 тысяч. Цена покупки. Ну. Можно за 30-ку поставить. Плоскогубцы и пилу за 40, допустим. А кассеты что, продавать или нет? Ну, можно 10 тысяч поставить. Вот я продал что-то новое за 10 тысяч. Так-то они за 1000 продаются. Так, пила. Пила продадим за 40, получается. Такая тут-то есть выставленный. Что-то не вижу. Нет вроде. Доставлю. Блин, надо починить ее. Так, и плоскогубцы за 30-ку. Какая тут есть вообще? Тоже нету по поиску. Ну, шатунов ласковый май у меня тоже есть. Можно тоже за 10 тысяч поставить. Прошлого шатунова купили за 10 тысяч. Так, шатунов ушел. Так. Плоскогубцы не вижу, блин. Плоскогубцы. Так, плоскогубцы ушли. Пилу надо починить. Нет свободных лотов, в смысле? А, я уже 5 выставил. Тогда шатунова заберем пока нафиг. И выставим пилу. У тебя там 5 лотов выставлены? Да. Хрена себе, блин, космо боец тут стоит. Не то, что я, блин, бомжара в балаклаве. Я вообще какой-то человек-муравей. Получеловек-муравей на полтела. Ну. Так, там что-то, может, заспавнилось в этой кабинке-то. Нет. О, Лёшка, штаны тут на 30 слотов лежат. Да? А у меня ну-ка сколь?
В моих 24. Давай. А утепление какое там хорошее? Надо посмотреть. Низкое утепление. Яички замерзнут. Че, надевать думаешь, что ли? Да я думаю, нет. Нет? Не. А низкое-то у тебя сырые, наверное, штаны-то. Нет. Да? Нет, это вот эти, да, которые лежат-то. А, нет. Низко. А. Низкое утепление-то. А патроны еще лежат. Так, что тут задания ведь не появились? О, тут появились, прикинь. А, нет, не появились. Вру, это в процессе показывает. И выполнены, я уж обрадовался. Тут пока нет. А вот я могу сдать ему, слышишь? Можешь тут сдать? Да. Походу. Он мне этот дал. РПП. Прикол, а там что, то же самое он давал? Я, значит, тоже тут могу сдать, только надо купить молоток. Штурм лагеря вот. Теперь появилось? Да, доступное задание у него весь штурм лагеря. Так, сейчас я подожди, молоток-то продам. Ай, куплю точнее. Он типа, он КМ дает. Ну, штуку и магазин на КМ. Так, а может там как раз-таки это последнее с молотком было? Maybe. Хорошо, что он дает теперь задание. Сейчас я тоже, подожди, молоток сдам. Конечно, пришлось потратить, но теперь... Ладно, тачка-то есть. Ну. Так, молоток. Сдали. Штурм лагеря. Убейте 10 зомби. Я еще пока не взял задание это. Почему? Я сейчас скинусь, хоть в машину скинуться. А что, взял бы просто и все? Мешаешь раз... ли? Нет, нет, так я... Так, эти штаны не продаются, которые... Так, в мусорке что-то, может, интересно лежит. Так, это, кстати, что такое? А, ЕРП, который он дал. Бумажки заберем, ладно. Тебя нифига не стоит. Так, давай я тогда с ящика заберу эти шкуры-то, да чё-то, закинем уже в машину. Шкуры волка-то. Давай. Так, шкура волка, раз. Шкура волка, два. Часть лапы. Так, этот магазин-то тоже забрать сразу. Теперь в тачку можно закидывать хоть.